США впервые за 26 лет готовятся привести в боевую готовность стратегические бомбардировщики Б-52. По данным американских СМИ, это решение связано с общей геополитической ситуацией в мире. Указ о приведении в боеготовность самолетов еще не поступил, но подготовка уже ведется. Б-52 находится на вооружении американской армии с 1955 года. Эти самолеты способны нести ядерные боеголовки.